Я знаю. Кайдан Оноборе. Ядрить, как он замечается. А, окей, я понял. Ну, я тоже присидел чуть-чуть. У меня музыка с первого ПД играет. На карте с первого ПД. Это эпично. Ностальжик. Порностальжик. Что на белой херне вообще нигде не вижу. Чего смысл этой комнаты? Чтоб было. Все просто. О, ломик. Плюха. Где? А, окей. Я туда вот не тыкнулся так. Да, да? Угу. Да. Поднимай. Эй, крановщик. Рояй, поднимай. Майна! Да нихера, по-моему, там на улице феврально. Что тупо, даже когда машины нету, нельзя на это место попасть. Какого хера? Ну. Давай. Ира! Здание сбивай. Падай! О, нормально, ну! Ну! Почти же! Уже даун. Давай вниз! Давай, вниз. Давай. Нет, два раза подряд не повезет. Не, когда он долго качает, то... Спатай! Ой, проломил! Да. Два раза подряд, серьезно? Это же DLX! Это только в мою смену. Фак! Я бы Кобзон такой приехал. Чё, серьезно? На крышу сердце было. А почему горит лимузин? А если он сдохнет? Не, он не сдохнет. Изи будет. Дальше закончим. Че, и такое может быть, что ли? Да не. А он сейчас раньше вылезет. Блин, мне жарко, пацаны, я вот сейчас. Я чиню. А, ты быстрее, окей. Ой. Я думал, кажется, били. Лол. Блин, из этого дыма ничего не видно. Ну вот, да, это как бы основной минус. Я сразу, если что, почему нельзя сразу открыть багажник? Я хочу. Хоти. Ну я хотел. Хотеть не вредно. Ну хотелка-то растет. Перерастет. Если перерастет, то это... Ну короче, сверху никого нет, наверное, вам надо помочь, да? Ну, там снизу вроде что-то пытались пройти, что-то не дошли. Ой, Дозер, а здорово. А что, вы можете, да? Помогите мне тут. Сейчас все будет. Пойду вскрывать багажник. Бьют. А, тут можно вскрыть багажник долго, в принципе, пиклоком. Спасибо, пацаны. А чё вы не помогли делать? Ну, Илюха, ж ты ж вроде как. Ну, у меня лобик! Ну, сейчас подъезд, тебя это... Ух ты, ёпфона мать там народа. Я понял. Я помогаю. А, ну, окей. Только Илюхе надо помочь. Я упал, да. Поднял. Идём! Ну, я не могу просто так все эти пацаны здесь оставить. Сорян. Пошёл давай. Да фак. А снизу. Тут еще дозер. Дерьмо собачье. Я упал. Да, мы видим. А, я ни хера не вижу. Аналогично. Аналогично. А снова ни хера не видно. Самое главное, чтобы я не был черно-белым. О, найс, еще раз. Я снова в своем сонге, не поднимайте. Да, двигайся ты. Я надеюсь, что я не черно-белый был.
Не поднимайте меня. Не надо. Не поднимайте. Охереть, у меня я до сих пор. Забивался. Да, вот сейчас я черно-белый. Я поставил аптеку. Снял. И сдох. А, там скулдозер пришел. Но я его ставил. Я понял. Был пацан, лиц, не стал пацан. Лечись. Дес, лечись тоже. Окей. Okay. Мы уже почти туда дошли. Я слепой. Ой, подсеки. Нет, нет, нет. Я не понимаю, где я. А, я понял, где. Аналогично. Фак. Предатор, пацанка, не мите, я свалил тут столько пацанов. Еды там два считать. Будь. Ой, да кто же? Да, бляха мой. Я что-то запустил. Да, зря. Это был я. Me please. Нихера не вижу. Спасибо. И валим, валим, валим оттуда. Присоединяем. Херните этому ублюдку. Изи. Это по части хищника. Ну. Так он со мной только не ломается. Больной ублюдок. Умеешь разговаривать, ублюдка. Говорись. Да охереть, они пробегают мимо молотого. А, понятно, рассинхрон. Я-то думаю, в чем беда. Они просто пробегают мимо молотого, стреляют в меня, а потом, короче, только подгорают. Изи. Нормально? Поставлю здесь аптечку. Интермерсикей. Добрал. Нормально. Вон подлечился кто-то. Че, патроны-то лежат, нет? Нет, да, ну ладно. Спасибо. Сейчас мы забаррикадируем здесь. Нет. Где еще забаррикадировать? Где? С другой стороны, лучше, с другой стороны. Потому что там белых стреляет. Вот все равно разорвет это все. Ничего не вижу, где баррикадировать. Найс. Ай, мать. А, патроны так и не стоят, да? Ладно, ладно. Пособираем. Дэс, хищник, поставьте кто-нибудь патроны, что вам жалко? А, да без проблем. Ну сказали бы, чё. Да говорят. Я болею, как же пролетел арк. А, ну че, пошел, да, пацаны? Ладно, давайте, до свидания, в общем. Да блин, иди в жопу. Да какого, откуда, снайпер? Как ты? Нормально, че? Там кто-то окно уже пробил. Я вам включил назад отлично. И не я. Это снайперс. А че ты тогда стоишь под окном? Сейчас так я, оно забаррикадировано было, за только поворачиваюсь. Так ты смотри по сторонам. Вот такие уже. А, нормально, я с Фэнсонки, окей. Я понял. Поднимать нужно сейчас будет. Там дюзя. Понял. Долоха, собирай патроны. Мне некогда. Жаль. Там просто перед окошком, где Илюха. Давайте сейчас тут всех убиваю. А, ну ладно, поубивал. Меня с другой стороны завалили. Ахерей здесь. Долоха, где чувак сидит там в комнатушке? Там столько патронов валяется. Киньте молотов на лестницу. У меня закончились. Ой, красавчик. Мне снова нужно поднять. Ясно. А, нет, не сухой. Мне нельзя молоту подать, извините. А, точно. Фак. А Дес не купил. Да ну нахер, серьезно, вот. Вот откуда? Просто вот я с одной стороны их вижу. Ну опять, блин, а? Подлечите, а, в смысле, поднимите меня, подлечите, я подлечусь и побегу. Наверх. Медик! Сейчас гоняю. Охереть, просто пошел. Пацан, иди отсюда. Иди, вали, вали, нет, нет. Жив. Ой. Да ты не можешь сказать то, что у тебя дозер сидит? А я только когда заметил, да?
Ой, да ну нахер, опять крыша. Серьезно? Ну да, я же давно сказал. Сук. А, он рядышком, рядышком с дверью. ДВХ? Аптечка, 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 аптечка. Найс, я врубил, я врубил. Я серый, я серый, я серый. Сейчас поднимем. Я серый, я серый, я серый. Да твою. Душу в рот. Душу в рот. Быстрее, черт. Я с Ансонги там бегу. Ты лэкс, води меня. What the fuck? Что это было? Да меня там тайзер, просто я тайзер птичку до половины захожу. Там опять тизер этот. Илюха, дотик. Да я понял. У меня бесконечные стрелы, так что убивай. Изи. Душу. Ааа, фак, как же сложно, а? Челик спидпунный, вам похло. Тише, кинь молотов на лестницу. Дес не может сказать там. Ядрить душу в рот. Не-не, надо посередине, посередине между пролетами. Ну когда тебе два тайзера, они могут аптечку, блин, зают. Я почти успел, ну блин. Доли секунды не хватило. Где ты лесом, а? Ты вообще душу просто... Душу твою ядрить. Я не понимаю просто, что происходит. Ящик, просто клади в следующий раз, где я вот здесь между полетами. Я пою. А ну, блин, орите на него. А ну иди сюда. Пойдем, я пойду какого-нибудь козла найду. Трахнешь. Да я сам тебя трахнул, ублюдок. Говно собачье. А, ну нормально. Дес вас спас. Да не серый? Я одного тут задоминировал. Я в Свенсонге. Поднимите меня. Я бы его не убить. О, у меня же голова закружилась. Поднял там ублюдок рядом с ним какой-то. Поднимай, да. Все, менять, менять. А, я черно-белый. А-а-а! Нет, нет, а, все, я сдох. Нет, я не сдох. Ребят, помогите, помогите! Пускай заставить, пускай заставить. Нет, я не знаю. А, все, я в Свенсонге, я хз, что происходит, ну ладно. Ты сдох, короче. Ты сдох, мой друг. Ну зато Дес его спас. И Дес, конечно, отошел куда-то, да? Дес, ты че отошел? О май гад! Сейчас подойти. Я ему, короче говоря, нашел гражданского, и он отошел! Ой, Дес дал. Ой, играй после Стив, после такого себя. Теперь я никуда не отходил, просто тут тизер был. А че ты молчал-то? Поднимите его! Да я поднял его. Дес, нормально, здорово. Ты просто должен сейчас заложить. Не понял, да? Угу. Дверь там с колдозером, пожалуйста. Все, вам сейчас уходить надо будет, все, покиньте сейчас и уходите. Да я надо минил. Делыкс упал. Поднять. Делыкс упал. Дес упал. А, ну. Сейчас бы Деса поднять, на туре. Ну да, там еще дотик. Вместо медика, да? Да, да. Ну я. Он ближе ко мне, чё. Убивать! Я ливаю с этой помощи. Уходите нахуй! Я подлечусь туда. Ас подлечился. Да блин, у меня патронов нет. Поднимай дух. Сейчас ретардо. Я серый. Сейчас я лечу. Я серый. Мне насрать. Мне тем более. Ну тогда хера. Я не смог пробежать. Да блин, не посуду. О, боже мой. Да чтоб я еще раз Дес вас спасал, вот реально. Вот реально же все из-за него. Ты ходишь-то, придурок. Чтоб я его еще раз приглашал. Еще трендит, я никуда не отходил. Ну ты стоишь на месте, я спасли, ты стоишь на месте. Ну, стоит на месте, его бьют. Я никуда не отходил, там просто тайзер был. И я серый гол. Дес отключился, че вы его обидели? Нормально. Ну это как игра плюс сезон пас. Ожидание Деса. Это как игра, только еще одна игра. Это как 6 пейдеев. А если за скидки, то вообще до хера. Вообще странная комната, я не понял, где мы зарезались. Я понял, я здесь постоянно был.
Еще другая. Для чего надо? Мало... О, ломик нашел, нормально. А Дэс Молотова нашел, нашел Молотова, вообще найс. Блин, тут редко. Алагама! Не, не такой. Стреляй в машину, вдруг она реально, если в нее стрелять, то она пролетит, не пролетит точнее. Вряд ли, конечно, но вдруг это же оверкил. Я ее вообще сейчас нахрен разорву. Пасхальные яйца, все дела, другие яйца. Так в профиль. Нет, я даже не знаю, что хуже, кстати, есть сюрстрёминг или играть в Payday. Ребят, тут балочки есть, а мне как раз там третья нужна. Возьмите кто-нибудь, вот они валяются. Хорошо. Благодарствую. Да. Эй, падает, падает. Ну чё, пацан? О, нормально. Нормально. Красавчик был. Да чё такое? Делых, кстати, правильно, DLC завезли просто. Это знак, это знак. Херы тебя там надарят всякие, не знаю, сильные. У меня так-то с этого, с первого по идее, там где не могу, какой-то кривой. Говно. Ну. Ты чё, пакетики никто не видел, ну? Нет. Это твоя забота вообще-то. Ну, пожалуйста. Он что-то тазер не дарят уже. Нормально, Дэс. Пожалуйста, блин. Благодарствую. Дозер, окей, я сваливаю. Давай. Давай. Мы не против. Тут синий капец. Чет. Чет? Чит, джаз, гады. Откуда? Не могу понять. Тут вообще никого нет. Как ты себя убил? Я не понял. Так я себя не убивал. Там-то и дело то, свет что поможет? Я убил негра, а потом это, кто сам. Вот у меня кто-то добил. Блин, что происходит? Откуда они все? Бульдозер. Я хочу туда пройти. Что, простите? Я тут огреб, короче говоря, я им кинул молотов и пошел. Парни уже в нашей комнате, и нихера себе. Там из пролетов стреляют. А, Делыкс, я понял, это тебя с нижних пролетов выстрелили, а им ботеры. А, ничего они. Им бы в КС. Ого, здорово, снайпер. Вижу, снайпер пытается меня прострелить, не может. Здорово. Или это не снайпер? Здорово. Как пули-то летят, а? Не в моем сфере. Серёг, ну? Илюх, на тебя это резко. Да, да не резнулись, они повсюлись сверху. Я подумал, что меня прикроют. Ну, я стрелял. Я дулыкся по тебе. Тебя никто не прикроет. Я два раза на тебя крикнул, не смог понять. Он тайзер. О, нормально, пацаны по воздуху ходят. Тоже неплохо. Это нормально. И сквозь стены бегают. Это нормально. А я чё, не только себе, когда патроны поднимаю, и вам, что ли? Да. Ну, да. Нормально. Так я вообще полезу. Полезнее, чем а лес. То. Хильтесь, если чё, хильтесь, я пошёл, в общем. Я серый есть, чё, ну ладно. Я поставил аптечку. А, вон, стой, да. Ну окей, чё. Только меня как? Убили, если чё. Я тебя поднял уже. Нет. Нет, думал, после второй раз меня убили, но ладно. Не будем. А я не могу похилиться. О боже мой, сколько рядом с багажником народу. Здорово, Дэс. Понял? Привет. Так, у меня пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, чуть помедленнее. Чувак, откуда меня стреляют, а? Убивает. А чё это за херня? А, ну спасибо. Снипер дрил. Я упал, если чё. О, сейчас делайкс подниму. Я тоже. Иду. Сейчас упаду. Угу. Поднял. Гоу. Я спой. Ой, нам недалеко идти. Ну, отлично, меня свои убивают. Бей своих чужих, чтобы чужие боялись. А, да опять меня подкидывают. Вдруг у него горячую. Горячую мою. Горячую дющу кавказскую. Я твой дом ваш. Да! Зачем? Они там пробили стену. Очень даже зря. Потому что кинул молотов и пошел. О, и здесь тоже пробили стену. Фолищи. А ты смотри-то, сколько окон. Да я знаю, для этого и собирали. Снайпер, ох. Хищник, твое последнее окно.
Мне нужны патроны. Пожалуйста, не стреляйте в окна. Мне нужны патроны прямо сейчас. Тихо! Он сам сел, кстати, на стульчик. Как раз под снайпера, спасибо, пацаны. А Хищник, куда ты дел свои? Хищник, куда ты дел свои балки? Хищник? Куда? В окно. В какое окно? Да зачем в то-то окно? Мы же в этой комнате сидим. Там под снайпера поставили патроны. Сейчас, подождите, я найду, попробую. Вот это уровень, я понимаю. Я еще раз буду эти патроны брать, не насрать. Я пойду вниз. Все, я нашел. Кодка дыма, может, идет, кстати? Ладно. Сейчас заколочу это сраное окно. Спасибо. Хищник, зачем то окно? Я тебе говорю, я палию. Я упал рядом с этим уродом. Не знаю, с каким конкретно, но с этим я поставлю сейчас. Я, короче говоря, прям под снайпера поставил еще и аптечку, в общем. У снайпера сейчас нету. А, тут уже была аптечка. Вот же говно. А, это вторая аптечка моя была, фак. Я еще смотрю там, что-то подозрительно. Так, крыша и это. Пытается. Беру еще по снайперу поди, поставили точно, хоп, понимаешь. Ну блин, по заказу, что ты хочешь? О, это место любимое мое, они все отсюда идут. Просто не могу. А, нормально, нормально, пацаны, нормально, идем. Вот видите туда, куда я закинул молота? Фонтан впереди, прямо, прям дальше, на выходе из комнаты. Вот там они идут. Ой. Спавнится, очень много спавнится там. Можешь туда бросать, без. Хищник. Угу. Вон там, где бульдозер сейчас стоит. Че, прям кидать? Прям когда, прям продлевать. Тут, кстати, много патронов валяется, может валяться в этой комнате. Они идут, кидай, 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 Дес, кидай. Дес, кидай туда молотов! Дес! Вау, как же долго у него молотов улетало, если честно. Просинхрон. Паспорт Старбриз. Ну да. Другого-то ничего не придумали. Паспорт, Payday. Обновил молотов. Просто обновлять-то молотов, чтобы они туда не пришли. Программист. А тут парень пришел просто. Сзади. А, ну ладно. Там еще парень. Ну, блин. Я подниму. Себя опять убил, что ли? Нет. Ублюдок тут по мне стрелял. Ты че сед их там? Да, они просто здесь ходят. А тут еще и скулдозер. Здесь. Ну, у меня патроны закончились. О, когда они переходят, перестанут здесь спавниться, это будет, ну, конечно. Опять меня убили. Там сзади к тебе ходят, слева. Ой, я слепой. Ух ты, ё-моё. Пацаны, обновить молотов. А тут окошко. Молотов обновить! Молотов обновить! Они ломали, что ли? Угу. Я же говорил, они ломают. Они ломают? Серьезно? Окей. Да. Видимо, на Дэдвит Виш ломает, второе потому что на Веркиле у нас не ломалось. Давай, программист. Давай. То технарь, я технарь, да? Ну сейчас я буду убивать тогда вот этого снайпера. Всё. Сломался, пацан. А, ну и не убил я, короче, их. Нет, убил. О, о, кто-то патрошку собирает. Ай, я слепой. Меня поднимите. Дэс, подними, подними, Дэс. Сейчас убью, убью, под как-то подниму. Убью, убью. Я тебя не понимаю, где. Ну чё ты трогаешь? Ну вот чё ты трогаешь, а? Клокер. Я клокера где-то тут видел. Как у вас дела, пацаны, нормально? Да, откуда? Тут, по-моему, снизу лезут, пацаны. Да, снизу, определенно. Что-то здесь на все фронта идут. Вот когда они шли из одной дырки, это было веселее. О, там скулдозер пришел. Стреляю. Сок 2 аж. Я в Свенсонге, не знаю почему, но ладно. А вот эти парни, понятно. Ко мне иди, тебе. Я серый.
Я по нему потом делаюся. Поднимаю. Он целый, если что. Угу. Там рядом с тобой аптечка, в принципе. Да. Да живи. Я тоже живу. Ты что, снайперы рядом со мной? Да, есть такое дело. Они везде просто. Я сейчас буду черно-белым, так что надо будет поднять хищник дес. Я бегу, я в стральнике. Лежу. Тут еще дозик. Так, мне нужна безопасная аптечка. Аптеку поставил тут. Окей. И я беру опасные патроны. Поставьте безопасные. Можно было из этого. Сейф амо. Все, уходим, 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 уходим. Только все вместе. У меня оружие. Нет, я... Ой, я серенький, надо подлечиться. Ой, я серенький, сейчас буду подлечиться. По-моему, ты дохлый, нет? Так не кажется? И у нас нет аптечек, да? Нету. Вообще-то есть, вот он лежит. Тут дозер. Станю. Подождите. Станю. Подождите. Ладно, убивайте. О, дыска, подождите, 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 я подлечусь. Бегите без меня, бегите. Я ничего не вижу. Я приду. Не, не пойдем, не пойдем, не пойдем. Не пойдем из-за тебя, братюха. Ой. Успел, но го 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 главное, чтобы сбоку была дырка. Главное, чтобы сбоку была дырка. Сбоку есть дырка! Да! Погнали! Только теперь от снайперов просто уворачивайся. О, привет, привет, пацан! Пока, пацан! Главное перепрыгнуть это дерьмо. Да-да-да, если кто упадет, тот лох. Заткнись! Нормальная стимуляция. Кто упадет, тот дес. Я лох! Дес! Дес даже перепрыгнул, дес, не дес! Я выдохся еще. Сейчас, подожди, я дышусь. Как там дес делать? Надо патроны поставить. О. In for a dime, in for a dollar. Вот видите, надо было с самого начала подставить перед снайперами патроны. Да, это, кстати, да. Это хорошая идея была. Она мой случай говно сейчас, чем под конец. Она мотивировала меня на то, чтобы пройти эту миссию и больше не стоять под снайперами. Ну что, теперь изи катка. Угу. Угу. На нулевом левеле. Ну чё, дрель? Да, естественно. Пойдёшься. Давай, 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 давай. О, классно мы открыли сейчас. Смотрите как. О, бустяра, нормально. Давай-ка. Консилмент. Давай. Давай-ка. Шесть.